И всем привет, с вами Росикс Нищий, и привет нищикам и богачам. Так вот, теперь по поводу позиционирования канала хочу с вами поговорить. Почему, в общем-то, я называю себя нищим, и чем это связано как это с аудиторией. То есть смотрите, ну по факту, если у вас нет миллиона долларов, вы нищий. То есть мне, конечно, сложно с этим спорить, да? И моя задача показывать в этом канале какие-то темки, где, допустим, любой, у кого нету денег, он сможет на этом как-то заработать, что-то сделать. Такие максимальные темки без вложений. И как будто показать путь от нуля. То есть путь, который сможешь повторить абсолютно каждый. Где вы с нуля берете и становитесь богачами. Как я. Так вот. Ну, нет, в смысле, как я в будущем. Окей? You understand? То есть я показываю на этом канале все свои темки, мутки. Например, недавно вышло видео Bloom, там, где даже ссылочка будет в описании, там, где бесплатно, без вложений, вы просто нажимаете и зарабатываете монеты, да. Также есть видео на канале, где я рассказываю, какие монеты я покупаю и почему. Вот, то есть, позиционирование канала такое, и оно, самое главное, очень помогает и как будто сближает аудиторию. То есть, и самое главное, я как будто не вру подписчикам, то есть, я реально хочу стать богатым, я хочу это стать как-то публично, понимаете, о чем я? То есть, например, я пью сейчас апельсиновый сок, также еще на канале будут блоги, много всего еще, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, и мне самое главное, я вижу, как это работает, то есть в голове у меня было, я скажу, что я нищий, и как я буду показывать, как я зарабатываю, как я какие-то планы строю, как я про биржи буду делать, да, видосы. Я подумал, ну окей, пройдет месяц-два, я буду без просмотров сидеть, я готов, а там посмотрим, там посмотрим. А тут я уже вижу в комментах, там типы пишут, я знаю, у тебя все получится, потому что я такой же, только я не в криптовалюте. И это прям приятно, комменты это прям кайфово. Холодный сок, это, кстати, свежевыжатый самодельный. Хороший сок. То есть, может, вы как-то сможете подсказать по моему каналу, сказать, какие у меня минусы, то есть, например, что вам нравится в моих видосах, да, а что нет, что я сделал правильно, а что я бы мог изменить. Там, например, в речи, в какую-то подачу. Понимаете, о чем я? То есть, у меня вообще такая задача, что я хочу, я сейчас вижу, как видосы залетают с рекомендацией. То есть меня YouTube рекомендует. Поэтому я каждый день буду выкладывать видео с какими-то своими размышлениями, планами. Вот сейчас я, например, объяснил, почему. Допустим, вот, как название. Всем привет, с вами Ростикс и Нищий. И самое главное, то есть, по сути, у меня такая задача, что, ну, согласитесь, чел с 10 баксами и с 0 долларами, он не отличается друг от друга. Они не отличаются. По сути, даже что можно сделать с 10 баксами? Да ничего. То есть, наша задача, либо все, либо ничего. То есть, либо нищий, либо у нас есть деньги. У меня пока нет денег, у вас тоже. Но мы над этим работаем, понимаете, о чем я? То есть, мы сделаем все для того, чтобы стать богатыми, притом легально. То есть, у меня уже сейчас загружено видео, про где я делаю обзор биржи Binance. И где люди будут регистрироваться по моей реферальной ссылке, получать скидку. Даже эта реферальная ссылка будет и под этим видео. И я буду зарабатывать, и они будут экономить. То есть это взаимовыгодно. Вот, как-то так. Какие-то, может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне. То есть что я делаю так или не так. Что, возможно, вы хотели бы у меня узнать или посоветоваться. То есть не стесняйтесь задавать вопросы, потому что все равно нет, без разницы. Сколько раз вы падали, если вы забрались, то есть все грехи искупляются в бою, понимаете, о чем я, то есть неважно, допустим, я, может, сделаю 100 видосов, у меня будет 0 рефов, да? То есть будут просмотры, да, но рефов будет 0. Но, если я на 101 видосе, у меня будет миллион рефов, то я скажу, мне без разницы, у меня, я дошел до своей цели, понимаете, о чем я? То есть так и должно быть. Не сидеть задавать какие-то вопросы, понимаете, о чем я? Вот. А я? Кстати, вот сейчас поставьте лайк, подпишитесь, потому что у меня сейчас, я уже сдерживался, чтобы вам рассказать о своих покупках, которые сегодня сделал по криптовалюте.
То есть я сейчас пойду записывать, я могу сейчас прочитать. У меня в to-do list записаны мои идеи. Так, заходим в to-do list. Это какую монетку я докупил и почему? Позиционирование канала. А, это вот этот видос. Почему там еще какая-то тема? Также я расскажу о своем опыте в криптовалюте. И сделаю там еще одно видео обучающее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Может, поделитесь о чем-то в комментариях, что вы сейчас делаете. Я скажу так, мне легче. То есть, когда я о чем-то говорю, да, я по-другому к этому отношусь. Не знаю, нормально ли это, плохо, хорошо. Но я, по крайней мере, использую это в плюс. То есть, я такой сказал, да, вкинул о чем-то в Ютубе. Я уже, ну, стараюсь очень сильно придерживаться той линии, да, которую я сказал. То есть напишите в комментариях, что вы еще делаете, что как, что куда. Давай. Ха-ха.